Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы в саднике Олуха. Так, пятый день, забираем рыбу. Так, рыбу забрали, и теперь давай глянем по событиям, что у нас есть. А ничегошеньки нету, никаких событий сегодня нету. Ну, значит, будем... А что мы будем делать? Что мы будем с тобой делать? На арене драться? Не вариант. Ладно, давай хотя бы сделаем просто ежедневки. Просто ежедневки сделаем и все. Ну и пак вождя. Один найдем все-таки. Так, подожди, где фонарь? А, вот фонарь. Пак вождя мы все-таки откроем. Но больше интересуют меня, конечно же, награды. О, 225 миллионов рыбы. Thank you. Так, давай за рыбой. Пошел за бревнами. Красавчик. Так, давай, беги, лети. Так, подожди, от какого... А, ты у нас максимально прокачанный, да? Громгида, ты меня будешь радовать в конце-то концов или как? Не будет, не хочет. Вот выпендривается. Перед кем ты выпендриваешься? Скажи-ка мне, а, Громгида. Ну перед кем? Передо мной не надо выпендриваться. Так, ну, Беззубик, ты там что? Ты только полетел? Он только полетел, ребята, у нас. Ну, не буду я тут ничего менять. Не хочу, невкусно. Не интересует. Так, скалотряс тут кубарем катается. Кстати, подожди, а, нет, скалотряса мы не прокачиваем. Мы прокачиваем, я уже даже забыл. Яркий ужас. Лети пока. Кого я прокачиваю по уровню? Ну не ловушка-лома, это точно. А кого? Ну, этого понятно. Мрачный шип мы в любом случае прокачиваем. Пока. Ага. Ну, порадуешь ты меня? Да неужели? Да, друзья мои, наконец-то он становится принцесса огнеедов. Титаном. Так, мы пока подождем. А ты? Ты как к этому смотришь? Тоже положительно, да? Вы решили вдвоем. Они решили вдвоем сегодня, ребята, порадовать папочку. Ну, в принципе, у них это получилось. Так, давай, 85-й 95-й. Эй, слушай, подожди-ка, у нас где-то пестиголовый тут. Где-то, я помню. Где-то. Угу, именно он. Ну что же, он полетел, ребята, но обещал вернуться. Он и полетел, но обещал вернуться. Так, ну что, вот я думаю, ребята... Ух ты, надо же, вместо тусклого янтаря выпало 100 железа. Так, что я хотел? Брон. Давай-ка лети, попробуй в титаны перейти. Так, тут 45 уровень. Ну что, тогда придется нам, ну, докачивать... Кстати, буйволорд. Буйволорд. Ауч. Все, йок. Йок рыбки, да? Рыбки йок, я смотрю. Она очень быстро у нас почему-то закончилась. Очень быстро. Ну, это прям даже как-то неинтересно. 95-й. Блин, шипотень. Тайфумеранг там еще сзади стоит, притулился. Ага, ну-ка давай. Да, я забываю про него все время, ребята, его прокачивать. Я знаю, что кто-то мне писал, он достает, ну, довольно большое количество... ресурсов. Я его постоянно забываю прокачать. Так, и что у нас там еще? Последний. Флаг какой-то.
Такой гигант. По сравнению вот с этим, вот, да, такой гигантище просто. Просто гигантище. Хм. А, ну у нас, понял я. Святилище все забито. Обмен. Блестящий янтарь. 4 штуки. По-моему, мы еще можем заказать, да, одну. Давай откроем пак. Бесплатный. Я вот думал, может быть, все-таки заказать рыбки. Ну, а, мы же потратили, по-моему, в прошлый раз. Ну вот, начинается. Надеюсь, это сейчас быстро прогрузится. Потому что иногда бывает быстро, ребята, а иногда бывает, что приходится даже выходить из игры и все заново делать. Так, монеты Одина. И здесь у нас костолом, душитель, лаварык. Само собой, ресурсы. Так, кто это такой? Премиум. Такой дракончик, а мне нравится, как он выглядит. Крутенько. А, да, мы же этих еще не облюбовали. О, яйцо, 2 яйца, ребят. Ближе, бесплатно. Так, Барсик, что ты мне тут принесешь? Яйцо, что это вас пробило всех на яйца-то, а? Так, и кривоклык. Они что, все сговорились, что ли? Не могу понять. День яиц сегодня, что ли? Все дали мне по яйцу. Понял прикол? Все дали мне по яйцу. Так, ну что ж, давай мы его отправим все-таки вот так. И я хотел глянуть, мы потратили с тобой все-таки возможность приобрести рыбу. Нет, ребята, есть. Есть у нас этот пак. Ну, согласись, это вообще мизер. То, что они мне сейчас дали столько рыбы, это, ну... Это сущие копейки, просто. Просто сущие. Я даже не знаю, ну что вот я за вот то, что они подкинули, прокачать. Кого? Кого я прокачаю? Этого, что ли? Или что? Ну, вот так вот, ребят. Обламывают просто на ровном месте. Давай брать. 4, а нам нужно 5, чтобы получить, да? Ежедневку. Ну, мы можем, в принципе, сейчас на арену пойдем, еще 20 получим. Крылышек этих, да? Конечно, если бы у тебя был бы премиум пак, тут бы все намного быстрее и проще шло бы. Вот что я хочу сказать. Намного быстрее и проще. Ладно. Так, тут у нас активировалось. Ну что, пойдем? Пойдем, ребята, заработаем хотя бы один пак вождя сегодня. Ну и забьем 3-ю ячейку на пак. Вот они, красавцы. Так, шипорез. Ну, давай тогда с него и начнем. Подожди, почему это шипорез? Это не шипорез, это роза ветров, по-моему. И у нас их 2 одинаковых, похожих. По нам роза ветров и шипорез, я не помню. Или шипотень. Ох, ох, ничего. Вот это он... Прикинь, он меня... Он меня, ребята, решил, возможно, даже хильнуть. Вот это да. Барсику, конечно, сейчас кранты. Это все, ребят. Это даже не обсуждается. Ой-ой-ой-ой. Ладно, сделаем так. Укус. Ну, этот под усиленной атакой на 3 энергиях. Он сейчас, по-моему, будет делать оглушение. По идее, должен сделать оглушение. Угу. Ну что, Барсик, да это тебе не поможет. Ты можешь даже не суетиться. Погнали. Сделаем так. И вот так. Победа. Еще бы не победа была бы. Так, 33 кубка. И, ребят, ну обычный пак нам выпал.
Ну что, у нас очередной поединок, и я смотрю, тут у нас, ух ты, и ледяная тварь есть, да? И громобой, и этот еще со своими фаерболами, громыль. Окей. И сейчас попробуем уничтожить Морозного, потом... А потом я не знаю, что... Логично было бы этого бомбануть, потому что сейчас он сделает массовую атаку. Так, на троих сразу же, да? Ну, естественно, заблокировал все способности. Но этот не сможет тоже, ребята, использовать фаерволл, потому что энергии у него не хватит. А вот теперь хватит. Но он не стал делать. Он не стал, ребята, этого делать, не знаю почему. По идее, он на четырех энергиях выпускает фаерболл. И он бы мог бы спокойно бы Барсика ушатать только в путь. Ну и вот этих вот тоже, конечно, потрепал бы. А так выиграли мы. Ну вот, наш очередной поединок. И смотри, кто здесь. Надо и этого убирать, и этого. И за кого тут в первую очередь браться? Ну, скорее всего, я буду... прихвостня валить. Оч! Сразу еще и с понижением брони. Понимаешь? Ну, вот они начинают, короче. За свое. Так, минус один. Все, ребята, этого будем, наверное, все-таки брать в слепоту. Ну, я считаю, что надо брать в слепоту, иначе, сам знаешь, будет все очень плохо. Вот единственный вопрос, сможем ли мы дотянуть до слепоты? Потому что сейчас этот сходит, уничтожит меня, скорее всего. Угу. А сейчас тогда и смысла нету, ребят. Пипец какой-то. Сейчас нет смысла. Надо будет, когда уже останется... Что? Когда он останется один, я так понимаю, наверное. В этом случае применять. Так, сходит... Ну, на всякий случай, ребят, перестраховка элементарная. Просто элементарный пиз... Видишь? Вот так вот. А если бы я сейчас этого не сделал, можешь представить, что было бы? Он просто бы нас сейчас заморозил бы и начал бы разносить. Причем в легкую. А так мы опять на него... Оп, слепоту. Бомбим. На следующий ход он, естественно, захочет применить. Опять же, заморозку, скорее всего. Сейчас посмотрим, будет ли он. Да, ребята, он решил, но, сам понимаешь, это ему не поможет. Просто добиваем его. Вот и все. Ну что, друзья мои, нам выпал обычный пак, но вы видели. А теперь и пак вождя. Шторморез, шепот смерти, ужасный чудовище, громобой, костолом дикарь, ищейка. О как. Ну что же. Все, в принципе, друзья. Я думаю, что можно смело закругляться. Серия такая вот получилась коротенькая, но тем не менее. Взяли с тобой немножечко и наград, и рыбки, и кое-кого отправили. И мы получили сегодня титанов, многие из наших драконов. Так что я считаю, серия была не напрасной. Ну, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.